Ну как встреча выпускников? Зай! Ты чё меня ждал? Ты по мне скучал? Конечно, скучал. Тебя 5 дней не было. Ну, Зай! Ну, не ругайся, мы так классно отдохнули. Я всех-всех увидала, представляешь? Муж Смирновой напился, подрался с мужем Петровым. Так, стоп. Это что, с мужьями тоже можно было приходить? Зай, у меня ровные ноги. Я тебе говорю, это что, с мужьями тоже можно было приходить? Представляешь, они нарушили правила. Ты почему так долго? Ну, мы сидели, вспоминали. Что? Где я живу? А вот почему ты не вовремя, да? Дети спят? Спят. Дома убрано? Убрано. Есть, есть? Есть. Знаешь, я вовремя.